Морские гребешки для французов – популярный компонент любимых праздничных блюд на рождественском столе. В этом году спрос на этих моллюсков особенно велик. Они буквально разлетаются с прилавков магазинов. Это рождественская еда, которая пользуется большим спросом в декабре. По оценкам морского исследовательского агентства IFREMER, улов гребешка в 2017-м самый большой за последние десятилетия. Он в 4 раза превысил средний ежегодный показатель. Все благодаря погодным условиям весной, теплой воде и несильному ветру. Кроме того, в регионе Бретань на северо-западе Франции открывается дополнительный участок, где рыбаки смогут добывать морских гребешков. Он находится недалеко от рыбацкой деревни. Рыбаки гордятся тем, что вылавливать морских гребешков можно будет рядом с домом. Потом рестораны приготовят из гребешка вкусные угощения. Морских гребешков используют для приготовления вторых блюд, а также салатов. Они богаты йодом, фосфором, кальцием и железом. Считается, что они способствуют снижению уровня холестерина и сокращают риск развития некоторых онкологических заболеваний. Во Франции морских гребешков отлавливают, как правило, в период с октября по апрель.